В Тюмени собрали около 2500 книг для детей Донбасса. Пункт сбора организовали в дворце «Пионер». Все экземпляры из личных библиотек жителей области. Здесь и детские книги, и научно-познавательная литература. Принесли даже полное собрание третьего издания «Большой советской энциклопедии». В ней 30 томов. Кроме книг, здесь принимают продукты с большим сроком годности, а также средства гигиены. Книги планируют отправить в Краснодон со следующей партией гуманитарной помощи. Это всероссийская акция «Дарим вместе». Суть этой акции заключается в том, что все субъекты Российской Федерации подключаются к сбору детской литературы для восполнения библиотечного фонда на территории Донецкой и Луганской народных республик. Для того, чтобы дети учились, обучались, читали, потому что мы прекрасно понимаем, что вероятнее всего с книгами там сложно.